вечер, дорогие друзья. Good evening, ladies and gentlemen. Сегодня у нас интернациональная публика. Итак, сегодня понедельник. Традиционный бенд Анатолия Герасимова в полном сборе. Мы будем играть сегодня музыку не только Толи Герасимова, еще и других композиторов. И начнем мы с пьесы, которую написал Уэйн Шортер. Называется она «Красавица и чудовище. Beauty and the Beast». Thank you.
что мы сыграем пьесу, которую написал Толя Герасимов, называется она «Foxy Lady». Thank you.
Thank you.
Большое, как мне самое называлось, «Горит, но не в огне».
И мы продолжим с пьесы Анатолия Герасимова, которую он посвятил своему сыну Алёше. Thank you.
Сейчас играем пьесу, которую написал Джеки Пасториус, называется «How Long». Thank you.
Thank you.
Большое спасибо. Это была последняя наша композиция, называлась «Моральский групп». Для вас играли замечательные музыканты. Алексей Кравцов, барабаны. Александр Попей, гитара. Андрей Красильников, саксофон. Евгений Лебедев, Норд-5-2. Вартан Бабаян, перкуссия. Меня зовут Антон Ревнюк. Спасибо. Приходите к нам в понедельник. Спасибо большое.